Привет, мои хорошие. Предлагаю сегодня посмотреть такую тему, что бы мужчина хотел сказать вам сегодня, но это из сферы, о чем он всегда молчал, а вот сегодня он мог бы вам об этом сказать. Если вам интересно, то давайте смотреть. Начинаем, как обычно, с сигнификации, с описания того, что происходит на данный момент, либо происходило, ну, немного времени назад, чтобы вы узнали, что это ваша ситуация. И посмотрим. Таро, кстати, у меня светлого провидца. Кто будет спрашивать? Так, что происходит? Но здесь конфликты, и конфликты здесь не даже могут быть не столько между собой, знаете, вот сколько внутренние. Я бы тебе сказала, а я ни о чем не хочу разговаривать. Мне есть тебе что предложить, а я уже ни на что здесь не надеюсь. Вот внутренний конфликт от того, что вы понимаете, что партнер вас не слышит. И это касается обоих. Здесь вы четко можете сказать: он меня не понимает, я с ним не могу договориться. И мужчина вам здесь скажет точно так же. Все, что бы я бы ей не сказал, все встречается в штыки. Да? Она не хочет меня слышать, она не хочет меня слушать. Вот. Ну и по итогу, да, мы имеем здесь пятерку жезлов. А также здесь может быть и прямой конфликт, который здесь случился между вами. Вот. И здесь такая ситуация, что вы бы еще готовы были бы каких-то аргументов, может быть, докинуть. А мужчина, он, видите, уже навьючил, навала свои здесь манатки, свои пожитки. Вот. И похоже, здесь мужчина говорит: мне, наверное, проще уйти, вот, чем вот дальше вот что-то здесь выслушивать. Здесь вы мужчине дали шах и мат, по большому счету. Потому что здесь, видите, уже в какую-то долгую дорогу, в долгий путь. А может быть, как вы пишите мне в комментариях, я его отправила далеко и надолго, или я его отправила в эротическое пешее путешествие, да, там, или дала глобус и отправила его с миром. Потому что здесь такая ситуация и происходит. Так. А вообще здесь мужчина сейчас думает: а надо, не надо, надо, не надо. Бросать, не бросать, заканчивать, не заканчивать. И также здесь еще ситуация: мириться, не мириться. У мужчины здесь такая двоякая ситуация, потому что здесь вот тяжесть ваших отношений, она все же не предполагает для него вот окончательного фатала какого-то. Он здесь, несмотря на то, что вы друг друга не понимаете, да, и между вами действительно вспыхивают вот какие-то вот, может быть, стычки, какие-то конфликты, такие вот подтасовки такие словесные, но это для него не повод заканчивать отношения. Тут такая ситуация: я вот навьючил и пойду, но, видимо, я отойду ненадолго и посмотрю на ее реакцию. Что же она будет делать? Ну, женщина здесь делать ничего не собирается. Здесь женщина говорит: я постою и посмотрю, что этот шикарный мужчина, да, здесь король жезлов, что он все-таки будет по итогу делать. Похоже, здесь уже сил, аргументов у женщин, а даже если они есть, ну вот сил или желания их высказать, женщина уже, похоже, не имеет, да, и вполне возможно, здесь женщина так и сказала, что будет что сказать, приходи, да, будет что предложить, говори, я тебя послушаю. Что еще здесь мужчина думает, о чем размышляет, потому что здесь туз ничей, да, и здесь карта такая, прям вот лестница, прям вот туда вот глубоко в голову. Что мужчина у нас здесь думает, размышляет? Вот смотрите, какая здесь ситуация. А не сделать ли вам назло и не закрутить бы отношения с другой женщиной? И еще здесь неприятный момент. А не сделать ли из вас любовницу? Здесь или-или. Потому что вы можете оказаться в ситуации, когда вы просто поссорились с мужчиной, и вы, и он свободны. Но здесь тогда момент, что мужчина думает о том, чтобы насолить вам, вот отойти в сторону там где-то с другой женщиной. Может быть, вот как это бывает, вот назло, да? Вот я вот назло вот побуду с другой женщиной, и все, мне так будет спокойнее, да? Вот утешиться в других руках. У другой женщины здесь мысли. А если здесь вы находитесь в ситуации, когда вы с мужчиной встречаетесь, и вы точно знаете, что вы у него не одна,
то здесь мысли о вас, что вы были бы прекрасной такой тайной верховной жрицей. Тайная любимая женщина, любовница, вот все вот в эту тему. Но, похоже, здесь вот этот вариант сейчас особо не вариант, потому что здесь мужчина пока вот прикидывает, вот притягивает, не знаю, что к носу, сами знаете. Вот, и получится, не получится, вариант, не вариант. И также, если другая женщина, да, вот стоит, не стоит, надо, не надо, но вот такое вот желание, опять же, ситуация здесь разная, вы смотрите, какая здесь ваша. Ну, вот как-то вот, либо вы сделать из вас любовницу, либо найти любовницу в другом себе месте, вот как-то вот так вот здесь. А зачем ему такая ситуация? А он устал. Ну, девочки, вот эта слабая позиция мужчины, который говорит, я уже всего натерпелся, я уже все насмотрелся, да, и не перевести ли отношения, вот, допустим, ваши, да, вот, если любовница в такой вот в легкий формат, когда между нами вот любовь ради любви, там, секс ради секса. А если же здесь мы говорим о том, что никакой другой женщины у него не было, да, то здесь я настолько с ней устал, что, может быть, попробовать с другой, да, вот, может быть, с другой легче, вот, может быть, она такая какая-то вот непробиваемая, вечно со мной воюет, да, вечно со мной здесь разбирается, там, выясняет отношения, может быть, да, она единственная в этом мире, и вот мне так не повезло, может быть, заглянуть там в чужой огород, да, вот, и посмотреть, что там, но здесь пока не действие, здесь пока размышления, он об этом думает. Вот, ну, я думаю, может быть, вы тоже в своей голове думаете, так как здесь мужская фигура, а не познакомиться ли мне с другим мужчиной, да? Это же не говорит о том, что вы уже это сделали, и вас можно обвинить, да, что вы чуть что в конфликте сразу побежали в объятия другого мужчины, да? Или точно так же, а не сделать ли мне из этого товарища, мне от него все, уже ничего не надо, будущего какого-то совместного, там, денег его, там, еще чего-то, мне уже не надо, а не сделать ли мне его для себя, вот, мужчиной, вот, для страсти, да, вот, чтобы получать вот что-то вот свое от него и, собственно, все. Но, опять же, это же не говорит о том, что вы уже это сделали, да, и вы ай-яй-яй, какая плохая по отношению к своему мужчине. Здесь, мои хорошие, только пока его размышления и его мысли. И хочется сказать, и как много тех, кто, переходя от слов к действиям, пропадал без вести. Так что пока мы здесь не злимся, не психуем, потому что вы тоже можете вспомнить свои мысли, когда вы злая на этого мужчину, вот что бы вот вы сделали, да, чтобы ему было больно или чтобы ему было неприятно, чтобы он там поревновал, либо наоборот почувствовал себя там не очень хорошо. Так же и мужчина здесь. Так же. Еще здесь отношения, что у вас? Холодный здесь какой-то мужчина. Ну, кстати, холодный, не холодный, но вы смогли растопить его сердце, растопить его душу. Потому что чувство у мужчины к вам, вот при всей его какой-то такой вот закрытости, какой-то вот здесь такой ледяной у нас товарищ, вы смогли его, ну, как минимум наполовину оттаять. Вы его поменяли. Он с вами стал другим. Он с вами стал более открытым. Он стал с вами более мягким. Он с вами стал более такой вот, ну, способный на диалог. А до вас, до встречи с вами, поверьте, этот мужчина был совсем другой. Возможно, вы и сами знали, да, что взяли такого ежика-колючку, который там на всех фыркал, вот, и из него слова не вытащишь. А вот с вами вот просто превратился в такое ласковое домашнее животное, которое только при одном упоминании его имени уже громко начинал мурчать. Ну, пусть не совсем здесь громко, здесь наполовину, да, но вот наполовину его ледяной панцирь вы смогли здесь разрушить. Поменяли вы этого мужчину. И опять же, да, вот сигнификация ваша, не ваша, что он рядом с вами стал другой. И вы это видите. Пусть не все его перемены вам очевидны, но вы точно понимаете, да, что он изменился благодаря вам. Из холодного какого-то, закрытого такого, может быть, грубого, хамоватого такого вот короля мечей, да, вот стал вот таким вот, ну, не душечкой, но помягче таким мужчиной стал. Баба, наверное, хотела, чтобы он стал королем жезлов, да, но видите, у нас короли мечей все-таки это товарищи, которые
много думают, много рассуждают, много анализируют. Они 7 раз отмеряют, 1 раз отрезают. И это действительно так. И эти мужчины, они действительно много могут держать в себе, потому что есть и неуверенность в себе. Он же уже создал образ свой собственный, да, и как он может от него отступиться, если он резко покажет, что он способен совсем на какие-то другие свои проявления. А вы здесь от него хотите, чтобы он вот из такого вот действительно ежика тут же вот просто стал вот таким вот домашним котиком, который бы вот куда вы, туда и он, да, вот каким-то вашим хвостиком. Тут действительно, даже если здесь мужчина и поменялся, но ждать вот таких вот кардинальных перевоплощений от него пока здесь не стоит. И более того, мы знаем, да, мстительность королей мечей, мы знаем их некую такую вот жестокость, да, они способны на жесткость. Вот, и, соответственно, здесь вот назло, да, я устала, я хочу так попробовать. Мне это не нравится, поэтому я пойду таким путем, да, вот проучить или показать, или чтобы ты локти кусала, посмотри, а другая со мной счастлива, да, а ты тут что-то там выпендривалась. Вот, это все вот в кассу короля мечей. Пусть, да, стал несколько помягче товарищ, но тем не менее, да, горбатого могила исправит так и этого товарища. Встретится ему другая женщина, которая будет абсолютно иной, нежели вы, и здесь мужчина вполне возможно снова, да, вот схлопнется, как шкатулочка, вы ее смогли приоткрыть, вот, а другая вот какими-то, не знаю, косыми, кривыми руками туда полезла, он закрылся. Такое здесь тоже может быть, поэтому перевоплощение для этого мужчины, они возможны, и вполне вы его можете встретить через какое-то время, а он снова какой-то хмурый, да, вот понурый, какой-то вот там не разговаривает, а вот лает на все. Вот такое здесь может быть, такие метаморфозы. Ну, давайте будем уже смотреть с вами, что он вам никогда не говорил, но сейчас он вам готов сказать. Итак. Его откровение вам из того, что раньше для него было под запретом, либо в силу, девочки, его закрытости. Меня тянет к тебе. Меня очень сильно тянет к тебе. Вот смотрите, в особенности это для тех женщин, которые говорили, что я от своего там ни одного ласкового там признания не услышала. Это буквально любишь, угу. Тебе со мной хорошо там, угу. Вот здесь вот мужчина такой вот, да, вот закрытый, он раскрывается. Он говорит, что меня к тебе неимоверно тянет, что я с этой тягой, с этим притяжением, я ничего здесь не могу сделать. Вот буквально, вот как вот на ниточке, да, ты меня подвесила, и я ничего не могу с этим сделать. И, кстати, его изменения, когда он поменялся, стал другим, они пугают его тоже самого. И он понимает, что это случилось из-за вас, да, это прямая ваша, ну, я не знаю, ваша работа, да, вот, взаимодействие с ним, посредством которого, вот он как такая жесткая, да, не поддающаяся глина, да, вот под теплотой рук, вот постепенно он нагревался и становился мягче, мягче, мягче. Ему его перемены собственные, каким он стал рядом с вами, девочки, поверьте, не нравятся. Не нравится. Он знает, какой он был, он знает, какой он есть, а тут вдруг он раз, да, и смог почувствовать, что а он где-то сентиментальный, а он где-то, что если раньше-то мимо каких-нибудь, не знаю, там, уличных животных проходил и его не трогало, да, а тут может постоять там и подумать, что жалко там бедненький, там, я не знаю, там котенок, там бедненький щенок, да, на улице бездомный. Вот на какую-то сентиментальность вы его смогли здесь пробудить. Что-то такое очень теплое, душевное вы в нем раскрыли. И вот это вот его заставляет напрягаться. Но, тем не менее, он все равно, может быть, это такое подсознательное, да, что она смогла достучаться до меня и открыть во мне какие-то положительные качества. И к этому человеку надо стремиться, да, к этому человеку надо тянуться. Вот поэтому здесь такое притяжение сильное, с одной стороны, его пугает, да, что вы с ним можете сделать.
И, кстати, здесь что еще может быть, что он довольно-таки молчаливый и не скандальный, да, а вот с вами он просто раскрылся, вот прям вот скандалист, вот рот не закроет, да, что вы его могли вот побуждать на какие-то эмоции, которые ему не свойственны. Раньше он ни с кем не ругался, там всех сразу спокойно слал, разворачивался и уходил. А с вами так и подмывало, да, вот поругаться, да, вот, вот такая вот словесная перепалка. Что еще он вам хотел бы сказать из того, что не говорит? Ну, мне плохо, видите, без тебя. Мне плохо. Чувство безысходности, чувство потери. Чувство, когда ты чувствовал себя в комфорте, все хорошо, и как будто бы ты этого комфорта лишился. Это, знаете, как обеспеченные люди резко, стремительно теряют, да, все свои накопления, там, все свои состояния, все свое имущество. И вот это вот состояние ничем не заменить. Ты понимаешь, что ты это быстро сейчас не вернешь, ты это быстро не восстановишь. А тяга-то есть, видите, девочки. Вот при всей сложности вашей ситуации, и что ее поправить здесь сложно, здесь мужчина понимает, что ему все равно хочется быть с вами, его все равно тянет к вам. Его бесит, что вы на него так влияете, его бесит, да, что вы можете его изменить, там, слепить из него другого человека, но тем не менее ничего он не может поделать, да, вот без вас ему тошно, без вас ему плохо. Ну вот, может быть, действительно ситуация складывается так, что вы можете быть в этой ситуации для него только тайной любимой женщиной, а вы говорите, а вот хренушки тебе, фигушки, да, я не согласна, да, и все, да, потеря вас, которая есть тяга, и все, и такая внутренняя пустота. Хотя здесь мужчина мог бы до вас достучаться. Здесь замочная скважина, здесь ключик, а он сидит на пороге, да? Очевидных вещей здесь не замечает. Похоже, ему есть что вам предложить из того, что, на что вы могли бы согласиться. Но только вот в состоянии какой-то вот потери, да, вот такой вот печали, вот даже оглядываться здесь по сторонам мужчине не хочется, потому что что все плохо, да, плохо, 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 и ни на что смотреть не хочу. Это как в пятерке кубков, да, три кубка разлиты и опрокинуты, а два целых стоят. Но тебе настолько тошно, да, настолько плохо, что ты даже не смотришь, что что-то в этом есть хорошее, да, что-то еще осталось в твоей ситуации. Ну посмотри ты, исправить-то можно еще, только ты не хочешь. Вот и здесь вот такая ситуация. Причем здесь мужчине, если здесь действовать, здесь надо с какой-то вот уже конкретикой. Потому что пентакли – это то, что можно потрогать, да, это можно пощупать. Это не просто там слова и обещания. Мужчина может вам даже вот из своих каких-то ресурсов, возможностей, резервов дать вам уже что-то, что вы бы сказали, ладно, хорошо, давай пока начнем с этого. А он об этом, девочки, здесь даже и не думает пока. Убит он вашей ситуации. Ну вот здесь, видите, поэтому и для себя, что тяжело, надо собирать манатки, а вот готов я к этому или не готов, здесь мужчина не знает. И как повернуть ситуацию таким образом, чтобы ему было здорово и хорошо? Тоже вот таких вот вариантов, чтобы было ему хорошо, а вы бы на все согласились, у него здесь, конечно, нет. Ну вот отсюда и печаль. Тоска. А дьявол-то он такой товарищ, он за душу берет очень крепко и отпускает не быстро. Поэтому вашему здесь мужчине вот в состоянии такой вот угнетенности, я хочу сказать, пребывать еще очень долго. Потому что с рогатым товарищем никогда не шутят. И если ты повелся на его там бонусы, плюшки, то потом, будь добр, рассчитывайся эмоциями. Он может дать материалкой, да, он может дать какими-то иными вещами, а вот берет он всегда эмоциями, слезами, переживаниями, болью, разочарованием. Вот он наш дьявол, да, он питается эмоциями. Все, что хотите, он вам может дать, у него есть, а эмоций-то нету. Соответственно, вот она пища, вот он энергообмен. Может, конечно, взамен и все физическое, да, и материалку забрать может. Но в основном берет эмоциями. Ну, поэтому здесь то, что сейчас мужчина какие эмоции испытывает, вот, в принципе, он и подпитывает наш 15-й аркан. Вот, и, соответственно, крутиться в этих энергиях здесь мужчине еще придется.
Молчал, но сегодня скажет, рассказывает. О, девочки, смотрите, а я мечтал, чтобы у нас все с тобой было хорошо. Я мечтал о семье, я мечтал о союзе, я мечтал, чтобы у нас было что-то общее, там, я не знаю, там дети, там собака, я не знаю, там, да все что угодно, да, совместное хозяйство. Дом полная чаша. Но только, видите, здесь мужчина говорит, я мечтал, но я понимал, что я, наверное, слишком о многом мечтаю. Возможно, мужчина уже где-то имеет что-то похожее, да, а еще и на вас здесь позарился. А он не султан, да, и вот одновременно двух жен иметь не может. А бывает так, что и мусульмане, мужчины, имея возможность иметь там двух, трех, четырех жен, да, у них первая жена такая, что она не позволит никогда своему мужу иметь вторую жену. Выкручиваются, я тоже знаю такие примеры, что первая жена, ну, первая, она не единственная, у него живет, и она прекрасно себя чувствует, абсолютно не подозревая, что у мужчины в другом конце города живет еще одна семья, да, с ребенком. Там жена, ну, вторая жена, она, естественно, в курсе той ситуации, но вот такая вот тайна. Вот, может быть, и такая ситуация. Ну, здесь мужчина, что, вот как бы он себя не позиционировал, он сейчас говорит, я не тот герой, я не тот император, я не тот мужчина, которого ты видела, я сейчас совсем другой. Может такая ситуация быть, да, что мужчина здесь разорился, и пятерку пентаклей мы здесь видим. Также здесь карта повешенного, да, карта жертвы, карта потерь. Если же ситуация финансовая здесь стабильна, то эмоционально здесь мужчина потрепанный. И если раньше он мог, там, допустим, сорваться и побежать там воротить дела, то сейчас ему вот такого задора уже нужно еще и поднабраться. И поднаберется ли он? Это большой вопрос. Здесь мужчина говорит, что я не оправдал даже своих собственных надежд. Я не оправдал своих собственных иллюзий. И по большому счету, вот то мнение, девочки, которое было у него о самом себе, оно сейчас значительно снизилось. Конечно, этому может способствовать то, что раньше он был действительно другим. И во время общения с вами он изменился. И это уже, да, впечатление, что а я, оказывается, другой, да. Я раньше о себе знал одно, а сейчас я другой. Более того, ему эти перемены не нравятся, потому что они для него в более такую вот слабую сторону, да, делают его более слабым, да, вот более уязвимым. Ну и то, что, да, мечтал об одном, хотел одно, а на деле получилось другое, это тоже его разбило здесь как мужчину. И по финансовой здесь стороне, но больше здесь эмоциональная часть, что он уже не заявит о себе, да я мачо, да я крутой, да я такой-сякой, и все, да, вот все, там девки штабелями ложитесь. Не скажет, он уже другой здесь, как бы он этого не хотел. Что еще он вам готов сказать из того, что раньше не говорил, молчал, скрывал, там или неудобно, стыдно было сказать? А сейчас вам он это готов сказать. Я тебя люблю. Вот ни больше, ни меньше. Ты та женщина, которая смогла пробудить во мне настоящие чувства. Ты та женщина, которая показала мне, что такое настоящая любовь. Ты та женщина, которая доказала, что есть любовь. Благодаря вам. Здесь мужчина понял, что есть настоящее чувство. Может быть, раньше влюблялся. Но это была влюбленность, да, вот с вами. Если мужчина, девочки, вам признавался в любви, поверьте, то те признания или то признание ни в какое сравнение с этим признанием не идут. Потому что здесь вот настоящее, да, ты настоящая женщина, которую я почувствовал, настоящую любовь, да, ты женщина, которая научила меня любить, да, и ты та женщина, которая по-настоящему действительно может пробудить вот самое такое дорогое чувство, которое все бы хотели испытать, любовь.
Ну, ты занимайся своими делами, а я появлюсь. Угу, видите, с букетом цветов здесь на белом коне. Но, девочки, здесь мужчина борется со своими внутренними демонами. И его внутренний конфликт, который происходит, это ого-го. Он перемолол самого себя. И он поменял даже о самом себе мнение. Это мнение, которое у него сейчас, оно гораздо ниже, да, чем было раньше. И ему самому от этого тошно, плохо, и ему не нравится. Но то, что он смог, девочки, видите, понять, что, во-первых, вы явились причиной его изменений, а только настоящее чувство, да, и настоящая любовь может помочь людям меняться. Вот, да, вот ключ к тому, что здесь мужчина поменялся. Ну, здесь был уже намек, да, здесь двойка кубков, да, но вот он туз кубка, все. Вот здесь вот пазл сложился. Только настоящее чувство. Может быть, мужчина в тот момент и не понимал, да, что это настоящее чувство. Влюбленность, там, сексуальное какое-то влечение часто подменяется для человека понятием любовь. Да, вот я ее хочу, там, мне она нравится, все, значит, я влюбился, да, я ее люблю. Но на самом деле все не так просто. Вот, и поэтому здесь, видите, для мужчины, что есть чувства, чувства настоящие. Он дает вам возможность, девочки, здесь расти, развиваться и заниматься своим временем. Он не говорит вам, ты меня жди. Он говорит, ты становись королевой пентаклей. А она не ждунья, да? Это женщина, которая делает, 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 и она не замечает, сколько проходит время, потому что она увлечена. Но я еще в твоей жизни появлюсь. Напишу, позвоню сам, приеду. И видите, на какой позитивной ноте. Рыцарь на белом коне, с цветами, да, вот с каким-то предварительным здесь письмом, поляна накрыта так, что здесь товарищ появится очень так романтично, очень красиво, да, очень интересно. Ну, к любимым людям так и появляются. Поэтому, мои хорошие, вот такой вот неожиданный финал, да, данного расклада, неожиданный расклад был, видите, намек. Ну, пока не получишь подтверждение, намек остается намеком. Вот подтверждение мы теперь увидели его переменам. Почему тогда короли мечей, они сложно поддаются изменениям? Ну, очень сложно, и действительно, только настоящая любовь может творить чудеса. Я желаю вам всего самого наилучшего. Я желаю вам, чтобы все у вас было хорошо, крепкого здоровья, чтобы все у вас получалось, все цели, которые вы наметили, чтобы они у вас все реализовывались, и, соответственно, всегда помните, вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность, и надолго я с вами не прощаюсь, до встречи в новых видео, пока-пока.